Волк и ягненок Иван Андреевич Крылов. У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышим. Но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надо бы лишь беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится, но делу дать, хотя законный вид и толк, кричит. «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое! С песком и силом за дерзость такову я голову с тебя сорву!» «Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я до ней, что ниже поручу, от светлости его шагов я насто пью, и гневаться напрасно он изволит, питья мутить ему никак я не могу, поэтому я лгу!» «Негодный, слыхана ли такая дерзость в свете? Да помнится, что ты еще за прошлом лете мне здесь же как-то нагрубил! Я этого, приятель, не забыл!» «Помилуй, мне еще от роду нет года!» Ягненок говорит, «Так это был твой брат!» «Нет братьев у меня!» «Так это был кум или сват, и слом кто-нибудь из вашего же роду!» Вы сами, ваши псы, ваши пастухи, вы все мне зла хотите, и если можете, то мне всегда вредите, но я с тобою за их разделаюсь, Григи. Ах, я чем виноват? Молчи, устал я слушать, досуг не разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!» Сказал, и в темный лес ягненка поволок.